Короче, как вы поняли, сегодня, блядь, сделаем, облагородим, и посмотрим, что из этого получилось. Ну что, ребят, закончили мы? Повторюсь, те, кто смотрел, ну, были у меня, короче, видеоролики, где мне чувак, короче, охуенный парняга, зовут его Саня Линц. Он привез мне там племяш Тёма собирал и Серега Лисица. Капа и Сувеля. Саня у мужиков попросил. Мужики там на лесоповалах, на их на делянках, короче, нахуярили. Сани подогнали, Саня меня, вот я его привез. Пролежал он у меня энное количество времени. Высушил, напилил. И сделал рукоять его для этих ножей. Повторюсь, сейчас то, что вы увидите, это еще херня. Почему? Кап и Сувель. Их сушить нужно определенным образом. Почему? Потому что в них волокна по-разному переплетены, то есть там сопряжены множество сил на разрыв, которые одна тянет сюда, другая сюда, третья туда. Сейчас я покажу вам ручки, вот которые шлифовал, и вы обалдеете. Но это работяги, поэтому не доводили до идеала. Идеал это, ну, тысячное хотя бы довести. Или даже, Димас, полторашка, да, чтобы как стекло? Нет, 2,5. 2,5 даже. И изнутри, из ручки, вот эти сопряжения сил, они все показаны. Оно как северное сияние, понимаете? Оно как... Ну, это красота. У нас есть в Кремле комната, вот мебели, и это, посуды из Сувеля, Капа. И в свое время на Руси были такие, ну, даже вот относительно недавно, в 20 веке, были профессия сувелист. Вот они делали вот посуду, т.д. и т.п. вот из этих наростов, знаете, здоровые. А наросты бывают с меня. Вот. Короче, разглагольствовать не буду, зацените ручки. Вперед. Вот это северное сияние, о котором я говорил. Но я попозже переверну их, покажу каждую в отдельности. Телефон оставляет желать лучшего. Блядь, херово снимает.
будешь курить? А? Да я в камеру. Какой камеру? Жаль, что камера не передает всей этой красоты, что из себя представляют эти ручки. А завтра что, Димас, подправишь их, да? Подправим их. И, в принципе, все, ножи готовы. Время 23, пора домой. Завтра на нелюбимую работу. Такие, брат, дела.